Полемика вокруг венгерского закона о бездомных не утихает. В понедельник парламент страны одобрил инициативу правительства создать зоны, запрещенные для ночлега людям без постоянного места жительства. Текст также дает право местным властям разрушать их временные убежища. Нарушившим же новый закон грозят общественные работы, штрафы, даже тюрьма. Правительство просто хочет отвлечь внимание общества от проблем с безопасностью и коррупцией. Вот и ополчились на бездомных. Находящееся у власти с 2010 года правительство Виктора Орбана уже приняло подобный закон год назад. Но в конце 2012-го Конституционный суд признал его несоответствующим основному закону. Тогда правящая партия Фидес включила его в текст Конституции. Мы хотели бы, чтобы никто больше не замерзал на венгерских улицах. Поэтому только в Будапеште созданы 700 мест для ночлега, говорит представитель МВД, выступая в парламенте. Власти призывают бездомных ночевать в специально отведенных для них социальных центрах, но те в ответ заявляют, что там им не гарантирована безопасность, и они часто становятся жертвами ограбления. Действия венгерских властей неоднократно подвергались критике со стороны Евросоюза и международных правозащитных организаций, таких как Human Rights Watch.